Учительница начальных классов однажды попросила детей написать сочинение о том, что бы они хотели, чтобы Бог сделал для них. Вечером, когда она проверяла работы, она наткнулась на одно сочинение, которое ее очень расстроило. В этот момент вошел ее муж и увидел ее плачущей. «Что случилось?» – спросил он. «Читай», – ответила она, протянув сочинение одного мальчика. «Господи, сегодня прошу Тебя о кое-чем особенном. Преврати меня в телевизор. Я хочу занять его место. Хочу жить, как живет телевизор в нашем доме. Хочу иметь особенное место и собирать семью вокруг себя, чтобы меня слушали, не перебивая и не задавая вопросы, когда я говорю. Хочу быть центром внимания. Хочу, чтобы мной занимались, как занимаются телевизором, когда он перестает работать. Хочу быть в компании отца, когда он возвращается домой, даже уставший. Чтобы моя мама, вместо того, чтобы игнорировать меня, шла ко мне, когда остается одна или грустит. Хочу, чтобы хоть иногда мои родители оставляли все в стороне и проводили немного времени со мной. Боже, я не прошу многого. Я только хочу жить, как живет любой телевизор». «Кошмар, бедный мальчик!» – воскликнул муж учительницы. «Что же это за родители такие?» Она со слезами на глазах ответила: «Это сочинение нашего сына».